Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задачу из учебника «Математика. 6 класс». Авторы Мерляк, Полонский и Кир под номером 684. Периметр треугольника равен 48 сантиметров, а длина его сторон относится как 7, к 9 и к 8. Найдите стороны треугольника. Итак, у нас есть треугольник, у него три стороны. Они относятся как 7, к 9 и к 8. Это значит, что сторона А состоит из 7 частей, со стороны Б – из 9 одинаковых частей и сторона С из 8 одинаковых частей. Все части равны. Длина одной части каждой стороны имеет одну и ту же длину. Нам нужно найти длины сторон, и у нас известен периметр. Мы знаем, что периметр – это сумма длин всех его сторон. Поэтому можно сказать, что это сумма всех сторон треугольника. Она равна 48 сантиметров. И первым действием мы узнаем, из скольки частей у нас состоит сумма длин всех частей, всех сторон. 7 плюс 9 плюс 8. 7 плюс 9 – 16. 16 плюс 8 – 24. 24 части составляют весь периметр. Ну, теперь мы можем узнать длину одной части. Периметр у нас 48 сантиметров имеет длину. Делим на 24 части. Получаем 2. Итак, 2 сантиметра – это одна часть. Можем заполнить таблицу. 2 сантиметра. Ну и теперь находим каждую из сторон. Сторона А состоит из 7 частей. Каждая из частей равна 2 сантиметрам, значит всего 14 сантиметров. Это сторона А. Сторона Б состоит из 9 частей, каждая из которых равна 2 сантиметрам, значит это 18 сантиметров. Вторая сторона. И третья сторона. Она состоит из 8 частей, каждая из которых равна 2 сантиметрам. Это 16 сантиметров. Можете проверить. 14 плюс 16 – это 30. 30 плюс 18 – 48 сантиметров. Можем записать ответ. Нам нужно было найти стороны треугольника. Стороны треугольника. Четырнадцать сантиметров, 18 сантиметров и 16 сантиметров. Все, мы ответили на вопрос задачи. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы из предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях к этому видео. На все три вопроса длины сторон мы с вами ответили и нашли их. Всего доброго!